Если бывший ушел, но со временем возвращается, можно ли вернуть хорошие отношения, которые были? Можно вернуть, но при условии, что вам нужно девочке изменить сценарий. Тот сценарий, по которому вы жили, привел вас к разрыву. Понятно? Понятно. Я не знаю, что у вас там за мужчина. Возможно, это какое-то мудачье. Но если нет, если не мудачье, то меняйтесь сами. Смотрите, я даю много классного материала бесплатного. Смотрите видео не тогда, когда у вас уже какая-то, блядь, проблема, а до этой проблемы, чтобы вы знали, как правильно действовать, как правильно реагировать, как правильно поступать. Я веду много классного материала. Мне интересно, кто к ним, к таким психологам обращается за консультациями, ребята? Всем здорово, Саныч, на связи, да? Ребят, вы знаете, вот очень много есть маркеров от нынешних психологов, да? Вот мне это иногда даже там на стримах задают: Саныч, а ты психолог? Типа там, у тебя там курс есть, а ты психолог или нет? Ребята, не смотрите на вот эти регалии, психолог человек или нет. Ребята, вот этой чаечки, у нее там, короче, в ТикТоке есть там вот эти там дипломы, типа, короче, она психолог, ребят. Она ведет материал. Как можно материал вести, ребят? Материал можно создавать, размещать, продавать и так далее. Но вести его нельзя. Можно вести стрим, вести передачу. Но материал — это не действие, это предмет. Его вести, ну, на санках можно, блядь, за собой его вести по снегу. В бричке, я знаю, там лошадьми этот запряженный вести можно. Но и у нее есть диплом, ребята, понимаете? Интересно, да, вот? А люди им верят, допустим, там, когда женщина рассказывает мужчинам, типа, там, как ты, там, мужская психология, там, знаете, там, сотни тысяч подписчиков, да, она женщин 40-летних девочками называет, да, вот, вполне себе серьезно, мужчин мужиками. И мужчины там стоят, ей рукоплещут: ой, ты ж наша умничка, ты ж, господи, мы тебя так любим, не такусь нашли. Ребята, вы просто обратите внимание на слова поплавки вот эти, которые у них там плавают в ее пруду, так называемого прозрения, ребята, да. Там что ни слово, там маркер какой-то, да, вот 40-летних баб девочками называть, да, там, или чем, что-нибудь там в этом роде. Ребят, обращайте внимание, кому вы доверяете.